Всем привет, меня зовут Сергей Соломатин, я организатор масштабного нетворкинга в Петербурге под названием Pride Community. Все прекрасно знаем, что сайт – это лицо компании. И буквально сегодня я обратился к Юлии Давыдовой для того, чтобы мой сайт проанализировали. У меня есть два направления. Первое направление – это организация нетворкингов, и второе направление – это организация мероприятий. Вот по организации мероприятий у меня были с сайтом проблемы. Спустя полчаса Юля разложила по полочкам, что нужно сделать, обратила внимание на те ошибки, которые были допущены в сайте, в дизайне. В общем, там много чего нужно было переделывать, и я сейчас буду заказывать сайт у Юли. Так что, друзья мои, если вы хотите просто сделать анализ своего сайта, обращайтесь к Юле, это бесплатно. Пока.